Продолжаем обзор ботинок, купленных в Тимберланде, интернет-магазине США по распродаже в Черную Пятницу, которую я получил буквально недавно. Три летние модельки. Черная, коричневая или серая. Ну и сандали. А черная моделька за $25, это где тоже за 25, а это долларов нам за 17. Со скидкой 60%. Каждый день на Тимберленде в Черную Пятницу происходили какие-то скидки на определенной группе товаров. Ну, собственно говоря, вот это вот я купил, когда была скидка на обувь. Первая моделька скорее на осень, чем на лето. Вторая вот точно на лето. Колодка у них очень интересная, такая любопытная. Ну, а третья на глубокое сибирское бесснежное лето, когда можно походить в сланцах. Ну, или попутешествовать по миру. А у осенних колодка тоже довольно-таки удобная. Носить можно, не опасаясь за то, что ноги устанут. В том году купил в Тимберланде зимнюю обувь. К сожалению, размер оказался не мой, поэтому пришлось продать. В этом году догадался взять чуть-чуть побольше размер. И, о чудо, оказался мой. Поэтому я являюсь счастливым обладателем 5 пар обуви и все моего размера. Буду носить эту осень, эту зиму. Следующее лето, ну и до следующей Черной Пятницы, когда мы закупимся чем-нибудь еще полезным и удивительным. Спасибо за внимание, всего хорошего.